Он тренировал Магдалену Форсберг и женскую сборную России. Вернулся в шведскую команду, критиковал Клауса Зиберта и приносил извинения Дарье Домрачевой за обвинения в допинге. Вольфганг Пихлер на связи с Пхёнгчаном. Что вы думаете о выступлении белорусок на этот раз? Эстафета – это был настоящий сюрприз для всех здесь, на Олимпиаде. Это очень большой шаг для вас, для всей команды. Отличная работа и девочек, и тренеров. А чем еще олимпийский турнир удивил вас? В первую очередь, нашей победой шведов в эстафете. Я этого не ожидал. В целом, это был хороший турнир. Что-то не получалось, конечно, но в целом отличное соревнование. Спасибо. Вольфганг Пихлер был на связи с Пхёнгчана.